Міністерка закордонних справ Німеччини Анеліна Бербок каже наступне, пане Романе, що запас ракет до систем Patriot у Німеччині повністю вичерпані. Вона каже, що їх немає, що це вже критично, вчора вона це заявила. І також вона каже, що Росія хоче розбомбити Харків, тому країни Європи мають робити більше. Цитую, на жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз практично вичерпані. Ну, это имеется в виду не только самой системы, а еще и ракет к этой системе. Одно дело система спусковые установки, а другое дело ракеты. Так вот, ракеты к Патриотам производят несколько компаний, начиная от Соединенных Штатов, заканчивая Японией. То есть, в принципе, ракеты для Патриот можно найти. Вот сейчас, спасибо немцам, конечно, они взяли за эти поиски. Параллельно вот информация зашла, нам передают больше 100 миллионов долларов на закупку «Хоуков» и механизмов для их восстановления и выполнения боевой задачи. Неплохой комплекс средней дальности, который может справляться, по крайней мере, с дозвуковыми ракетами. Да, вот это вот комплекс, и ему уже десятки лет. На его замену как раз Патриот и зашел, но до захода Патриот он выполнял боевые задачи с хорошими показателями. Пусть чуть больше перерасход идет, допустим, ракет, все-таки процент уничтожения здесь поменьше, чем у Патриота. У Патриота там в районе 90%, здесь в районе 60%, то есть, ну, пусть на одну ракету больше будет использоваться. Но, во-первых, ракет много. Произведено десятки тысяч ракет к этому комплексу, и по большому счету найти эти ракеты, расположить комплексы, допустим, вдоль того же берега, в районе от Одессы до Херсона, можно для того, чтобы перехватывать и крылатые ракеты, по баллистике он, конечно, не сработает, но крылатые ракеты перехватить над морем он легко сможет, если надо будет, отработает и по шахедам критическим, которые не перехватили. То есть это то, что мы где-то года два назад с вами еще проговаривали по поводу Хоукова. Они сняты с боевого дежурства, но еще находятся в хорошем состоянии. Некоторые даже вообще ни разу не стреляли, не работали. То есть вот были произведены, простояли на боевом дежурстве, их сняли, и по большому счету их восстановить и поставить в строй возможно. Патриот Патриотом, понятно, что там 50 комплексов мы не получим, тут бы 25 где-то наскрести. И это еще большая проблема. А вот Хоуками перекрыть тот недостаток ракет, который сейчас есть, ну уж точно можно. Харьков прикрыть Хоуками тоже можно. Дело в том, что Хоук хорошо отработает по КАБу, по планирующей авиабомбе. Он ее видит, он ее перехватит однозначно. И в принципе, вот против КАБов расположить даже вдоль линии фронта, в линии границы Хоуки расположить на определенно, то есть под определенными дальностями прикрыть от средств противника, тех же беспилотников, это возможно. Но это надо большое количество. Но оно есть, по крайней мере, и оно все-таки намного дешевле, то есть этот комплекс намного дешевле, чем, допустим, Патриот. И Харькову можно было бы где-то на 50-70% снять проблему, вот как раз расположив там несколько десятков, допустим, пусковых установок «Хоук». Они так как раз для этого в свое время-то и производились. То есть перекрывать это в основном объектовый все-таки зенитно-ракетный комплекс, перекрывать или начинать, по крайней мере, выстраивать систему обороны, начать с помощью «Хоука» возможно. Еще раз повторюсь, бьет хорошо по КАБам, по большим, по крайней мере, по пятисоткам. Он их хорошо видит и неплохо перехватывает. Про це згадував Володимир Зеленський, так, що ми шукаємо шляхи, як боротися з КАБами. А далі про Німеччину, пане Романе, тому що дав наш президент в інтерв'ю виданню Bild, і він каже наступне, що Німеччина пояснює свою відмову передавати Україні крилаті ракети Таурус тим, що це найпотужніша система озброєння, яка у них є. Власне, що наскільки каже президент, процитуємо. Наскільки я розумію, канцлер каже, що Німеччина не є ядерною державою і що це найпотужніша система озброєння в країні. І Шольц не може залишити Німеччину без неї. Я тут зразу згадую, пане Романе, що Rheinmetall і інші компанії казали, що вони готові робити все, що замовить уряд, в тому числі і ракети Таурус. І в них готова лінійка, просто її треба швидко розконсервувати.
Ну, дело в том, что одно дело производить Таурусы, допустим, в каких-то количествах, они действительно должны быть востребованы. То есть то количество Таурусов, которые есть у немцев, оно даже больше, чем им нужно. Они это прекрасно понимают, почему, в принципе, вопрос-то и поднялся в передаче Таурусов. То есть там есть определенный НЗ, неприкосновенный запас, но есть ракеты, которые могли бы быть переданы, а потом восстановлены. Вот почему и предлагаю тут же восстановить или запустить производство дальше. Допустим, та проблема, о которой говорит Шольц, так она есть у всего мира. В мире до десятка стран, у которых есть ядерное оружие, и по большому счету этот десяток стран угрожает миру ядерной зимой. И начиная от Северной Кореи, Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан, под вопросом Израиль, Иран, да, допустим, Франция, Великобритания, Россия и Соединенные Штаты. Вот это ядерные страны, там, где точно есть ядерное оружие. Допустим, под вопросом в Белоруссии передали, не передали еще. Но уж точно еще в 5 странах есть американское ядерное оружие по программе ядерного обмена. Это в Турции, в Бельгии, в Нидерландах, в Италии и в Германии в том числе. У немцев есть ядерное оружие, которое расположено Соединенными Штатами на их базах. Это авиабомба 61-12, причем довольно-таки серьезная авиабомба, потому уж точно рядом не стоял Таурус с этим ядерным оружием. Потому здесь можно так сказать, Шольц немножко кривит душой, но использует те нарративы, которые сейчас активно запускаются Путиным в информационное пространство, типа готовности к ядерному удару. Вот и для чего, в принципе-то, и запускается эта информационная ядерная дубинка, только для того, чтобы вот такие нерешительные, мягко так скажем, руководители типа Шольца ею пользовались, пытаясь прикрыть вот эту свою нерешительность. Хотя, скорее всего, все-таки вопрос по Таурусам завязан на принятие решения по атакамсам. Потому вот надо успеть ухватить за слово, так сказать, сказанное Ллойдом Остином с целеуказанием и невозможностью бить по НПЗ. Так еще раз повторюсь, передайте сотни атакамсов, за вами потянутся немцы, передадут нам Таурусы, и мы будем бить по тем целям, по которым нам удобнее, по крайней мере, работать этими вооружениями. Ну, от, власне, пане Романе, ви дуже добре розклали, розповіли, що і як є в Німеччині. У мене тоді питання, що начебто Шольц каже, що це в них найпотужніша зброя. Тоді в мене питання, взагалі, для чого НАТО, для чого ви вступали в НАТО, для чого це от парасолька ядерна і для чого п'ята стаття? Дело в том, что так непосредственно в Германии как раз ядерное оружие. Ну, то есть, если бы там это Польша, говорю, вот поляки сейчас просятся, то есть они запрашивают вступление в этот круг стран, которые располагают ядерным оружием американским, то есть программу ядерного обмена. Нам это надо будет делать тоже. Нам надо понимать, что Украина без ядерного оружия — это будет мальчик для битья, так сказать. Россияне будут постоянно пытаться нас укусить, давить и так далее и тому подобное. Они же не успокоятся, пока не развалятся. Потому прикрыться либо ядерным зонтиком натовским, либо своим ядерным оружием. А для этого надо его либо попасть в НАТО и попасть в эту программу, вот, которую поляки пытаются попасть, или производить свое ядерное оружие. А для этого надо запускать серьезные системы в производство внутри Украины. Тем более они сейчас уже запускаются. Просто несколько шагов нужно еще сделать в этом направлении. Допустим, ставить не только завод по производству ТВЭЛов сейчас, не ТВЭЛов, а сборок тепловых вестенхаузовских, вот сейчас возле Южно-Украинской атомной, принято решение. Наконец-то приняли грамотное решение начать у себя собирать тепловые сборки. У нас есть уран, у нас есть инженерный подход к этому вопросу. Мы уран сейчас передали на концентрацию и на производство этих сборок в Англию, это как раз на Вестингхаус. Надо производить все у себя. Цикл, по крайней мере, до уровня, до доведения до уровня реактора возможен. И у нас есть два реактора, которые специально были затушены, потому что они могут производить в том числе и ядерное оружие. Два реактора на Чернобыльской атомной, они рабочие, их надо запускать
и этот весь процесс запускать полностью, в полный цикл, потому что у нас есть еще и ядерные хранилища, и сухое, и мокрое. То есть и в Чернобыле, и на Запорожской атомной. По большому счету, мы можем полностью быть независимой ядерной державой, включая ядерное оружие, естественно.